Привет! Вы на канале Владик Гном. Влад у нас сегодня синоптик. Да, Влад? Нет. Да. Да. Влад, какая завтра будет погода? Это. Дождь. У нас завтра будет дождь. А сегодня мы вам покажем, как этот дождь можно сделать дома. Для этого мы берем вазу с водичкой. Вот машину не надо туда ронять. Да. Берем облака. Сейчас мы делаем... Смотри, мама покажет, а потом будешь сам делать. Давай, нажимай. Влад делает облака. Давай, много облаков нужно сделать. Нет. Давай, дай, я еще помогу. Сейчас мы быстро сделаем много-много облаков. Классно? Ой, это день. И берем наш волшебный дождь. Это пипетка с водичкой и с красителем. И капаем понемножку, Влад. По чуть-чуть капаем. А теперь, Влад, садись и наблюдай за дождиком. Видишь, как дождик капает? Да. Нет, ты садись, вот смотри. Голубенький дождик капает. Да, пап. Да. О, сейчас прямо ливень пойдет. Смотри, как красиво. Еще хочешь дождя? Ой, как Влад хочет дождя. Наверное, у нас завтра будет очень сильный дождь. Влад, как дождик делает? Да? Так получается у тебя? Это. Еще дождь? Да. Ой. Ой. Тебе нравится капать или смотреть на дождь? Это. Так дождь внизу. Вот дождик. Ой, все. Все? Да, все. Да, все. Да, все. Тебе понравилось? Да. Классный у нас был дождь. Да, это. Да. Кому понравился дождик, ставьте лайк. Ой. Влад, лайк как ставить? Лайк. Подписывайтесь на канал Владик Гном. Это. Да, и у нас будет еще много опытов. Это, да? Это. Ну давай, капай, капай. Все у нас, Влад, больше уже не будет видно дождика. Да, один. Все, говори деткам пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.